Ну, еще немного о сути учения. Учение добра для всех, это, конечно, звучит. Но одному мне такое не потянуть. Хотя я буду продолжать до последнего. Писать, искать общение по этому великому поводу. Если ты чувствуешь себя сейчас добрым, или, как я, хочешь стать добрее, ну, а следовательно, здоровее, счастливее, пожалуйста, попробуй сейчас представить себе и ощутить именно то изначальное добро, каким оно было в самом истоке нашей истории, в истоке мира. Попробуй ощутить его в себе, ощутить себя самим добром. Мне в этом помогли многие, в том числе и Владимир Сергеевич Соловьев. Избранные цитаты из его труда «Оправдание добра» я свел в отдельную статью. Ну, в частности, он говорил, что добро должно стать благом, счастьем. Зову тебя сейчас погрузиться в это благое понимание добра вместе со мной, как можно глубже. То есть речь здесь идет не о добре вообще, не о какой-то абстракции, а о живом смысле жить. Философские рассуждения занимали меня в молодости. Сейчас же не столько мудрствую, сколько ищу приложение всяческой мудрости в каждый момент своей жизни. Ищу конкретный живой образ ведущего меня, вдохновляющего и направляющего меня по жизни главного, как идеала, как цели, как высшего состояния сердца. Добро, прежде всего, дух во мне. Дух в ближнем, в мире. Дух добра нас добрых единит, объединяет. Сознаем мы это или не очень? Земной Мордор глобального зла дозреет и завалится сам по себе. В силу его собственных естественных противоречий, в силу законов жизни. Ну а нам нужно быть готовыми к этому часу X. Собственно, он уже начался. Дружить, сдруживаться, держаться друг друга во всех добрых делах, в строительстве лучшего общества, лучшей жизни, несмотря ни на что. Пока есть такая возможность, насколько она есть. Хочется жить в любви сейчас. Хочется жить. Как в увядающем цветке вызревают семена, так и во времена преобладающего распада привычного уклада жизни всегда у кого-то есть стремление объединяться в деле сбережения хорошего старого для сотворения нового, лучшего мира. Желающие сотрудничать с близкими духом по любому хорошему поводу. Сотрудничать, невзирая на разницу культур, опыта, вероисповеданий. Быть заодно. Вот как мы, например, нас сейчас незримо связывает вот эта идея, великая идея общности в добре, великое чувство. Что лежит в основе счастья и единения, начинающегося часто с общего горя, с необходимости противостоять общей угрозе? В чем исток подлинного дружелюбия между совершенно разными людьми и даже между представителями разных видов животных? Примеры дружбы, которых мы иногда видим. Можно ли создавать, представлять себе образ этого начала, этого потенциала, этого духа в себе? Как описать состояние души в момент проявления в ней этого начала? Не в нем ли смысл и цель жизни?
Цель преследования, которая исцеляет, делает цельным, воссоединяет с миром отделившуюся было от него заблудшую душу. Ответ на эти вопросы я кодирую для себя разными словами, но чаще всего словом «добро» с большой буквы. Я отчасти психолог и где-то сам себе философ, как и все, но говорить стараюсь о своих чувствах и пониманиях. То есть не столько с позиции знаний, сколько с позиции того состояния, в котором я нахожусь сейчас. Если что-то из этих откровений тебе подойдет, вдохновит на доброе, поможет быть счастливее, я буду рад. Если же как-то заденет, заранее прошу меня простить. Но все же, по возможности, сообщи, пожалуйста, это мне, чтобы была возможность исчерпать недоразумение и найти общее. Конечно, если есть желание. Увы, сам-то я далеко не пример для подражания. О моей личности, как и о личности многих, лучше знать какой-то минимум, а лучше внимание направить на добро, на вдохновляющий или просто заинтриговавший смысл. На возможность использовать идею во благо, усовершенствовать, обогатить свое мировоззрение, так называемую личностную программу, улучшить свое душевное и духовное состояние до всевозможного счастья в каждый момент жизни среди счастливых же ближних своих.